Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Badato Sankirtanay Kapitaro Kamala Yatakshu Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataru Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Bodato Sankirtanay Kapitaro Kamala Yatakshu Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Jagat Priyakaro Karuna Bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Sura Surair Bandito Dibbarupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavanurupena Sada Naranam Ganga Tarangaramani Ajata Kalapam Gauri Nirantara Vibhushi Tobam Bhagam Narayano Priyamanam Gomada Paharam Varanasi Purapati Bhajavi Shanatham Vagisha Jusho Bhadane Lakshmir Jasacha Bakshashi Jasyasthi Hide Sambhi Vam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Dharma Prajjita Kaitya Bhatra Parama Nirvasaranam Satyam Satyam Bhastava Matra Vastu Sevadam Tabatve Unmulanam Shima Mahamuni Krite Srimad Bhagavat Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told Gaudiya Гоштхипати, Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что никто не хочет служить Атхокша Джавасту, Трансцендентному. Все заняты служением Майя, Акша Джавасту материальному, без всякого приглашения. Они все служат Майе, но служить Атхокша Джавасту, Трансцендентному никто не готов. И что такое адхокша-дживасту? Адхокша-дживасту значит тот, что находится за пределами нашего материального ума, то, что непостижимо, мы не можем представить. Наше воображение не может достичь того. И это зовется адхокша-дживасту. Адхокша-дживасту никогда не может быть измерено нашими органами чувств. Адхокша-дживасту — это не объект, который можно измерить, нет.
никто не может измерить Адхокшаджавасту, Гуру Вайшнава, Бхагаван, Дама, Нама, все преданные Бхагавана. Нельзя взять линейку и измерить, сколько, какого они размера, какое образование у них, сколько знания и всего остального. Это не Гуру Даршан. Если вы сможете достичь лотосных стоп Вамшивада Бабаджи Махараджи, is from a very fisherman family, very low caste. I am staying outside country, European country, I'm very big. This is your calculation. That is why Prabhupada used to say, don't go, don't go. Вот поэтому Шрила Прабхупад, не одобрял то, что преданные идут Горки Шода с Бабджи Махараджа или Вамшивада с Бабджи Махараджа, поскольку могут понять их превратно. Адхокшаджавасту Джива Госвамипад пишет как в Сандарбхе заключение. И вот пишет какое определение Адхокшаджавасту. Джива Госвамипад пишет: by the help of our sense organ, if you try to know that object, absolute object, then we can get a feedback, kick of Maya, we can fall down. And the absolute object is resting in such an absolute reality. Абсолют находится в абсолютной реальности, которая находится за пределами нашего понимания, какое-то образование, власть, деньги, что-то еще, что у нас есть материальное, мы с помощью этого не можем ничего узнать о Абсолюте. И вот и тот, кто никогда не отчута, тот, кого невозможно сместить с его положения, обусловленные души могут пасть в любое время. Может, какие-то проповедники известные могут пытаться учить других, но, к сожалению, многие не могут следовать тому, чего сами говорят. И вот это причина падения, может быть, некоторые думают, что общение, совокупление с женщинами, некоторые думают, что это причина падения, но это далеко не так. Можно видеть, что люди, имеется в виду, находящиеся в отреченном укладе жизни, которые приняли обет и не могут им следовать, это и называется падением. То есть, если человек отрекся от богатства, но собирает деньги, накапливает или дешевую славу, или еще что-то, и это есть причина его падения, то, что он не может держать обеты, которые он дал. В материальном мире есть всякие измы, капитализмы, фашизмы, коммунизмы, материализмы и прочие измы. И вот пока мы осквернены этими измами, для нас невозможно продвигаться духовно, мы должны избавиться от этой обусловленности. Как мы можем понять, что кто-то пал, поскольку внешнее положение или одежда человека не может нам показать, а важно смотреть на его поведение, на его сиддханту, на его слова, на его мысли, и это показывает все, даже возвышенное саду.
like Шри Кешав Госвами Махарадж или Шридхар Госвами Махарадж, они если посмотрят на кого-то, услышат то, что они говорят, они сразу поймут. Мы должны совершать баджан и достичь того высокого уровня осознания. Мы должны открыть наш третий глаз. Этими материальными глазами мы можем видеть только материальные вещи. И вот пока мы пытаемся этими материальными глазами видеть какие-то материальные вещи, носом вдыхать приятный аромат. И Шрила Прабхупад провозгласил и Гуранга Махапрабху, то, что все наши сиддханта, мы должны помнить и не забывать. Когда бы не говорили что-то или писали что-то, и когда мы действуем как ачарья, все, что мы делаем, все наши действия с самого начала до конца должны быть одобрены трансцендентным Гаудия Вайданти Качарья Варьи Шрила Сварупа Госвами. Мы, Гауди, находимся под руководством Сварупа Госвами. Вся ответственность за все Гаудия Вайшнавское общество дано Сварупа Госвами, Шрила Сварупа Госвами. Он как бы авторитет, тот, кто может контролировать всех. Даже Рупа Госвами не может ничего сказать против него. Даже Санатан Госвами не может сказать. И если вообще Шрила Санатан Госвами хочет что-то сказать, или Рупа Госвами или Джива Госвами, им нечего сказать. Поскольку он был авторитет всей Гаудия Вайшнавской Сампрадаи. И вот все наши действия, наши слова, все и все, с самого начала до конца. Все, что мы делаем, должно быть одобрено Сварупа Госвами, а если нет, то значит этот преданный падший. Если сиддханта этого человека неправильнее, говорит он не то, что надо, но не то, что в соответствии с сиддхантой Сварупа Госвами. Иногда вайшнавы не говорят как-то жестко, но у них нет враждебности. Но все же они говорят. Иногда так, чтобы из-за того, что они не могут потерпеть, чтобы под именем Харикатхи и Харибаджана какие-то люди занимаются ерундой и обманывают людей. Кто может понять чистое гуру вайшнавов? В этом проблема. Шрила Прабхупад говорит, даже после того, как мы потратили литры и литры крови, мы не все могут понять абсолютную истину. Это не вопрос привычки. С нашей стороны тоже должны быть какие-то действия. И вот если кто-то хочет нас спасти, нельзя спасти всех подряд. То есть со стороны спасаемых тоже должны быть какие-то действия и понимания. То есть не все могут понять абсолютную истину, если даже пытаться им объяснить, но эти
кому объясняют, они тоже должны иметь какие-то качества, чтобы понять то, о чем им говорят. Если у них нет веры, то что делать? Их невозможно спасти. И вот даже после того, как мы приложили много усилий, чтобы их спасти, но все же мы можем пытаться, но не всех можно спасти. Абсолютно истина — это нечто такое. Это не шутки. Философскими дебатами, изучением Писаний. Даже наше изучение Писаний может быть бесполезным. Если у нас нет самопредания, если мы не находимся в наставнической преемственности, и тогда нет гарантии, что мы достигнем чего-то существенного. Но, конечно, мы можем пытаться, но с нашей стороны тоже у нас должна быть вера в Гуру Вайшнава. И поэтому я начал с этой шлоки. Только если наше сердце очень чисто, даже нельзя сказать, ну, даже у детей пятилетних и то могут, сердце может быть скверно, осквернено какими-то предыдущими самскарами, может, сейчас не проявилось, но пример недостаточно хорош. И вот простота И вот на бенгале есть такие слова. Если наше сердце очень просто, нет вот никакого лицемерия там, тогда мы сможем легко и просто понять учение Махапрабху. Если мы очень горды своим знанием, образованием, еще чем-то, то это мешает. Даже вам Шивандас Бабаджи Махарадж, Джаганнатас Бабаджи Махарадж, Голкишудас Бабаджи Махарадж, они поняли учение Махапрабху, хотя у них не было внешнего образования. И денег не было. Наше сердце должно быть достаточно чисто. Мы должны находиться в ученической преемственности, и тогда мы можем понять учение Махапрабху. И вот проблема в том, мы можем говорить о себе как известных проповедниках, ездить куда-то проповедовать, но мы не можем доказать, что мы вне, избавились от зависти. В этом главная проблема. Now at present this is
Иногда можно наблюдать, некоторые проповедники, кроме как сбором денег, ничем не занимаются. И вот, к сожалению, текущая ситуация, такая ситуация очень чиста. Соприкоснуться с абсолютной истиной не так просто. В Упанишадах есть история про Начикету. Он хотел осознать абсолютную истину. И вот перед Ямараджем, Ямарадж, он бог смерти, и вот он отправился туда. И Ямарадж, его там не было. Три дня он ждал, постился, никто не у ворот. И вот Ямарадж пришел, извинился, что ты мой гость. Ты тут три дня без еды, воды стоишь, ждешь меня. Я дам тебе благословение. В качестве моего извинения. И после этого он начал спрашивать, я хочу узнать мистерию души. Я хочу узнать мистерию души, кто она, куда уходит после смерти. Он хотел узнать об абсолютной истине. И это не так просто. Майя может дать нам богатство, пратиштху, много последователей. Иногда можно видеть, как птицы и прочая живность попадаются в ловушки. И вот майя, она тоже действует так, она привлекает нас чем-то привлекательным. И люди так попадаются в ловушку майя. Что говорить о Харикатхе, только чтобы падшие души вернуть в какое-то нейтральное положение, это тоже очень сложно. Если кому-то нужно идти на север, но он ушел на юг или еще куда-то в противоположную сторону, он, например, шел в Гималай, а дошел до Мадраса, то что делать? Надо назад идти. Если вы вдруг обнаружили, что
тот, кому вы пытались следовать, ведет вас в противоположную сторону от абсолютной истины, то нужно будет вернуться и идти туда, куда надо. То есть идти дольше придется. И вот. То есть нужно больше усилий прилагать, чтобы хотя бы вернуться то, туда, куда, откуда мы начали идти, в неправильную сторону. Мы можем завоевать весь мир, как Хираньякашипу. Действительно так. Прежде чем пытаться контролировать других, нужно научиться контролировать себя. Вот достаточно давно, еще при Вашингтоне, или Абрахам Линкольн, вот кто-то из них говорил, выступал перед большим собранием. И вот он, этот американский президент, сказал, что половина американцев глупцы. И народ начал возмущаться, почему мы глупы, что вы несете. И вот они оскорбились, что половина американцев дураками назвали. Сказал, успокойтесь, извините, извините. Половина, 50% американцев очень умны. И вот зал был в восхищении, все начали аплодировать. Потом поняли, да что же самое, если половина дураков, то половина умных. И вот так вот мы находимся в похожей ситуации. Если мы будем говорить о том, что сказала Шрила Прабхупад, кто может понять это? Некоторые любят какую-то сладкую философию и думают, что те, кто говорят сладко, они саду. Но мы можем... Некоторые могут победить весь мир, но они могут победить себя. Перед тем, как говорить Харикатху, я должен удостовериться, что я нахожусь под контролем силы Прабхупады, то, что мы говорим. Это, ну, иногда можно видеть, что если кто-то что-то говорит, по его словам можно понять, что он не находится в преемственности силы Прабхупады, а только дурачит людей, прикрываясь его именем. Шрила Прабхупад говорит, что мы не должны стать, не должны становиться какими-то лекторами, а мы должны становиться самосознавшими себя душами. И вот главная проблема в том, что все могут проповедовать, может как-то натренироваться, говорить, но если они не могут контролировать свои органы чувств и ум, они не проповедники. И вот протишта, кто никто не может гарантировать. И много раз я декларировал, провозглашал точнее, никто не может прийти к Нарисимхадеву, прикоснуться к нему и поклясться, что им слава не нужна.
никто не может сказать так, поскольку боятся наказания Нарисимхадеву за такую ложь. Поэтому боятся. Поэтому никто не может прикоснуться к нему и сказать, что он не заинтересован в практичке, в славе. И до тех пор, пока у нас есть желание прославиться, мы не можем говорить об абсолютной истине. Какая-то слабость, какой-то страх будет проявляться в сердце. Перед тем, как говорить об абсолютной истине, у нас не должно быть даже запаха пратишти. И вот желание пратишти — это... Пратишта — желание славы — это наш главный враг на духовной жизни. Если нет пратишти, желание прославиться, обрести дешевую славу, то тогда, соответственно, не будет и зависти, и всего остального. Вайшнавы, они всю пратишту, они передают Нитянанде, изначальному гуру, всю славу. Они передают ему, если желание пратишти оскверняет нас, то мы можем забыть о нашей парампаре, об анугате. Стать посмешищем. Если вы готовы ради проповеди абсолютной истины встретиться с любыми трудностями, то они придут. И природа демонов и ракшасов, то, что не хотят помешать Кришне, Раме, похитить Шакти, Рамы и Ситу. И в этом и природа демонов, то, что они хотят навредить как-то чистым преданным, таким как Прохлад Махарадж, что сделал Прохлад, за что его отец возненавидел. Все, что он делал, это хотел говорить об абсолютной истине до тех пор, пока он не говорил об абсолютной истине. Отец его очень любил, уважал, по-доброму относился, поскольку он еще не говорил об абсолютной истине. Но в тот момент, когда он начал говорить об абсолютной истине, он стал врагом. И в тот момент, когда он начал говорить об абсолютной истине, он стал врагом. Хиранья-Кашипу. Почему? Что случилось? Что он сделал? Ничего не сделал. Но в тот момент, когда он начал говорить об абсолютной истине, Хиранья-Кашипу стал врагом. Он убил его. Ну, пытался убить, точнее. И вот мы не боимся говорить об абсолютной истине.
может, мы не можем обрести славу, но, по крайней мере, милость Нитьянанды мы обретем. Я знаю, очень мало людей могут слушать такую харикатху. У меня я знаю, как прославиться на весь мир, но я не делаю этого. Бхарати Махарадж сказал мне, что если я поеду на Запад проповедовать, то даже полгода не пройдет, как все узнают о тебе. Единственное, что я хочу, это находиться в преемственности Шрилы Прабхупады. И поэтому некоторые думают, что я их враг, но я их настоящий друг, но они не могут понять этого. Так или иначе, о Пратиште более подробно в следующий раз поговорим. И вот сейчас мы в последний раз только одну шлоку из читания Бхагавата мы обсудили. И вот в тот день я говорил, творение, поддержание и уничтожение мира. Это все происходит по воле, из взгляда Нитьянанды Баларама. Все вынуждены следовать его указаниям. Все творение, поддержание и разрушение мира происходит по его воле. Нет никакой силы в этом бесконечном мире. Они не могут ослушаться указания Нитьянанды. Абсолют, он абсолют. Абсолют, это абсолют. Абсолют никогда не может быть смещен со своего положения, как Шрила Прабхупада приводил пример. Если кто-то из гнева пытается побить воздух, то что толку? Пытаться бить воздух бесполезно. Вот вы приехали издалека. Почему вы думаете о материальном уме и теле? Кому-то слишком холодно, слишком жарко. Если наш харибаджан зависит от того, от температуры там, или еще от каких-то внешних условий, но мы все же не должны прекращать совершать харибаджан. Если мы... Вот мой Гуру Махарадж внешне был беден, а зато имел огромное богатство внутри. Шрила Бамана Госвами Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж, вы не знаете,
сейчас проповедь. Люди относятся к проповеди как к какому-то хобби. Все могут проповедовать, могут нет. Свободное от работы время занимаются. Но если я отправлю вас куда-то в Ассам, поедете ли вы? Но из проповедников в Ассам никто не ездил. Все хотели куда-то на Запад, в Европу, ездить в Америку. А вот Шрила Вамана, Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж, Вамана Махарадж, они только они ездили, проповедовали там в Ассаме. Мы не должны забывать нашу гуру Варгу. И вот мы не должны забывать нашу гуру Варгу, те, кто дали нам, потратили ради нас литры и литры крови, чтобы утвердить бхакти в нашем сердце. И вот кто такой Бхакти Шуда Ашрам Махарадж, или Ваман Махарадж, или Бхакти Власти Тирта Госвами Махарадж, никто не знает. Не можно наблюдать, многие проповедники проповедуют только о себе. И вот в этом в материальном мире сложно найти какую-то справедливость. Махарадж рассказывает, вот несколько лет назад какого-то артиста убили из-за зависти, что тот станет в будущем каким-то известным артистом, вот решили заранее убить, чтобы конкуренцию не составлял тем, кто уже есть. Cannot hear the road. You have any pratishtha?
Сейчас век рекламы. Можем продать все, что угодно. Даже можно пепел продавать под видом какого-то чудесного порошка. Но благодаря рекламе все, что угодно можно продать. Шрила Бхактивинода Тхакура сказал, что Бхактивинода она никогда не прервется. Я много раз говорил, что вначале мы должны призывать Анантадева. Если мы не можем призвать Анантадева, то как Гуранга появится в нашем сердце, Бхагаван, он может, где он будет сидеть, он сидит на асане Анантадева. Мы можем призвать Бхагавана, если у нас есть место в нашем сердце, но наше сердце очень мало. Там нет места для Бхагавана. Еще такое явление, что интересы сампрадая и интересы какого-то общества отличаются, причем кардинально. Если не одобряет нашей проповеди, то это значит, что проповедь бестолковая. Я могу доказать это научно. Если не смогу, то могу отказаться от своей одежды и уйти в лес. И вот я могу 100% доказать, если у вас есть терпение все выслушать. И вот в начале всего мы должны подготовить место в своем сердце, чтобы можно было призвать Гурангу. И что же это? Сначала мы должны призвать Анантадева, чтобы трон Симхасана, в котором Кришна сидит, или Гуранга, он зовется Ананта, священный шнур.
это тоже Ананта Дева. Зонтик, подушка, падаки, которые ходит Господь, это тоже Ананта. И там, где спит Кришна, это тоже Ананта. И вот вначале всего мы должны расширить свое сердце до бесконечности, чтобы призвать Гурангу прийти в наше сердце до тех пор, пока Нитянанда Баларам не появится в нашем сердце. Мы не можем обрести надежды достичь чего-то существенного. И вот Махарадж написал статью «Гора Кивасту». Кто Гуранга Махапрабху, кто он? Что за странный объект Гуранга? Чтобы осознать это, мы должны избавиться от всякого дурного общения. Может быть, наш отец выступает против нас, или жена, или ваш гуру против абсолютной истины. Его тоже надо отвергнуть. Вот у Рамана-джачари был гуру, который был против Верховного Господа. И вот... не гура, это даже жена была против там всего. И, в общем, жену он наставил. И так или иначе, если ваш гура против... И вот асасанга, мы должны избавиться от асасанги, чтобы понять, кто такой Гуранга. Иначе мы не сможем спасти себя. Кришна не отличен от Баларама. И вот из-за беспричины милости Баларама, он приходит в форме Рамачандра. Нарисимха Дева в Арахе. Даже моя Гурупад Падма. Это тоже форма Нитянанды Баларама. Is coming, is
Шрила Прабхупада много раз говорил, те, кто Сидда Махатмы, самосознавшие себя души, у них есть вечная сварупа в том вечном мире. Те, кто Сидда Махатма, как Бхакти Прамод Пурида Госвами Махарадж, Чидарда Госвами Махарадж, Кеша Госвами Махарадж, у них есть вечная форма в том мире. Но обусловленные души не могут действовать как гуру. И Сиддханта неправильно говорят, как сумасшедшие. И вот. So, to help all bonded soul in different form, they are coming to help. Bhagavan coming. And after learning, after, you know, Jahar Tarango Sikhi Nishingo Shingo Mahabali Nijo John Monoranje Huya Koto Hari. Eris of Inami, Shingo mean lion. Simcha значит лев. Eris of Inami, if you go to get literal meaning, you can understand. Jahar Tarango Sikhi, Jahar Tarango Sikhi, you know, Jahar Tarango Sikhi, mind? After getting this kind of Sikhi mane after learning, and after learning this kipa, Nishingo Mahabali, Nijojan Maranja Hiya Kutuhali. Here Shingo, here Vishwanatha Chakravarti говорит, лев, здесь говорится, лев. У льва бесконечные. Так. Прахлад, он преданный. Земля, Притхивима. И тогда вопрос в Варахе возникает. И вот зависит. Прослушал немножко. И вот Нрисимхадев явился для того, чтобы защитить Прахлад Махараджа. Бхагаван, он приносит радость преданным, и преданные они приносят радость Бхагавану. Кто-то думает, что преданный только приносит радость Бхагавану, но с другой стороны, Бхагаван хочет приносить радость преданным, это природа Бхагавана. So not only devotees like to seek satisfaction of Bhagavan, Bhagavan also like to mutual care is going on. Nishinga Nijajan Manoranja Hoya Kotuhari. Only by hearing the name of Anantadev, only by hearing the name of Anantadev, Hari Ananta, Hari Rupa Ananta, whatever you can see, whatever you can see, cannot see. Whatever you can see, I cannot see. Infinity world. All is Vishwarup. It's called Anantadev. Все, что мы видим, вселенскую форму Господа, это Вишварупа. Вишварупа. И из-за майи мы видим разнообразие. Но это, но
мы должны видеть единство в разнообразии, разнообразие в единстве. Unity in diversion. Diversion in unity. Мы должны видеть Нитянанду, Верховного Господа, везде и во всем. Весь мир — это Его Вишварупа, Его вселенская форма. Господь является в различных формах. Наше тело — это материя, исходит из Пракрити, природы. Как долго живет тело? Тело живет, пока душа находится в нем. Во время творения все это творение, оно раскладывается. Ну, как можно видеть, цветки лотоса с рассветом солнца, они распускаются, и также творение, оно распускается. А во время разрушения вся причина творения, в общем, Кришна — это причина всех причин. И вот с помощью Господь взглядом. В общем, все, что бы мы не видели вокруг, все в этом бесконечном мире, будьте уверены, что это все Нитянанда. В его про это Нитянанда Баларам в такой, в его такой Вишварупе, полной вселенской форме. И мы должны видеть единство в этом разнообразии. Если мы только что пришли, не имеем никакого представления о баджане, посвящение еще не получили. Если вы будете звать Нитянанду Баларама Анантадева, то есть новички могут совершать какие-то ошибки, это простительно, но такие старшие, серьезные преданные не должны совершать ошибок, оскорблений. Иногда можно наблюдать, что преданные больше оскорблений и ошибок совершают, чем обычные люди. Это происходит из-за того, что мы не готовы принять помощь чистого вайшнава. Многие имеют этот, как его, партийность. Думают, что they see me run and come to me. I don't know why.
on, if all society like to cooperate with me, then that big society cannot do anything. We have our traitor inside our society. И вот есть у нас предатели в обществе. They can go against me. Otherwise, it will take not even 1 month to stop them out. I promise you. Not even 1 month to stop their mispreaching and everything. Not even 1 month. If you say how possible, you say in the year of 2002. И вот в 2002 году кто-то написал что-то против Расалилы в искаженном виде. И в 2022, ну, в общем, кто-то что там какую-то ерунду написал, Махараш об этом лет через 10 узнал и написал такой достойный ответ, и им нечего было возразить. Вот Махарадж был в Чайтанья Матхе лет 25 назад, там тоже не смогли вытерпеть. Потом, по указанию Гуру Махараджа, я переехал в другую матхи, там тоже не смогли долго вытерпеть мои харикатхи. И вот во многих местах так происходило. И вот эти люди присоединяются к врагам Гаудия Матха. Гаудия Матха явился, снизошел с трансцендентного мира. Но Ваман Махараджи говорит, много раз говорил, Шрила Прабхупада также говорил, если вы хотите находиться на пути баджана, будьте уверены. И вот если кто-то говорит об абсолютной истине, он должен быть очень осторожен, поскольку многим это не нравится. И вот на Бенгале говорятся такие слова, и тогда, когда мы сможем избавиться от обусловленности. И поэтому те вайшнавы, они не оставляют лотосных стоп Нитьянанды, они обнимают Нитьянанду все время. Bound to live, still they cannot. If you like to make him bound to
Вайшнавы никогда не оставляют лотосный стоп Нитянанды. Лотосные стопы Нитянанды, абсолютно истины, и та гурварга, которая находится у лотосных стоп Нитянанды, они тоже вечны. И вот если вы говорите что-то против гурварги, то это подобно битью воздуха. Абсолютная истина никогда не может быть скрыта. Сегодня или завтра люди узнают о ней. И вот сейчас у нас нет желания бороться с кем-то, даже с мусульманами, но все же они сами понимают, что их религия бестолковая. Нету никакой научной основы под ней. И вот можно видеть, с мусульманских обществ дети, подростки задают какие-то неудобные вопросы, на которых нет ответов в исламе. В итоге вынуждены искать ответы в других местах. И вот этот какой-то араб, который потерял мысль. Ну, смысл в том, что абсолютная истина никогда не может быть уничтожена. И вот можно наблюдать, как тысячи этих людей принимают вайшнавизм. Даже в прошлом, будучи мусульманами или христианами. Вот в Айодхе, например, многие приезжают, даже многие жертвуют большие деньги на строительство храма Рамачандры, хотя вроде бы мусульмане. Они любят Раму. И вот суть в том, что бы мы ни делали, все равно придем на путь Бхагават Дхармы, Бхактинодары. Может, кто-то будет недоволен мной, но все же мы должны подумать, почему мы пришли на путь Бхаджана, зачем? Чтобы совершать Бхаджан, но вы обманываете самих себя. Подумайте, зачем вы пришли на путь Бхагавад Дхармы, спросите себя в сердце, чтобы обрести Бхагавана, да или нет. Это не вопрос политики, это вопрос выживания вашего подлинного «Я». Какое благо вы обретете?
занимаясь политикой или борясь со мной. Вот несколько лет назад какой-то человек пытался бороться с Махараджем, но потом разочаровался в этой борьбе. Ну, что там недоволен был чем-то. For whom I am giving life? For whom I like to get satisfaction? For whom I am giving life? For Nityananda Guru, my Guru, whom I worship daily. I worship daily. Shankar Bhagavan is Guru. Daily, all the time. Why? И вот Махарадж поклоняется Шиве каждый день. Почему? И вот 7 лет назад ученик какого-то знаменитого ачарьи, на него все жаловались. И вот какой-то, он внешне был ученик Сиддхартха Госвами Махараджа. Но Махарадж предложил ему. Ну, в общем, Махарадж его себя приютил в своем маленьком ашраме. Тут В общем, местную историю хорошо рассказывает. He could get the honor of whole world because of staying with me, but no. So bad luck. So I never can pray to Bhagavan for their destruction. I like them. They can do something good, but they think this all. Anyway, so today I have to stop. We can start another Chaitanya Bhagavatam during the time of his comeback. You need not collect it from here. It's troubleful for you. I don't like to put you travel. I can come around and very travel now. Okay. Anyway, so today I like to stop here. So the sloka I started with, but I will discuss next time. Other Chaitanya. Dharma prachitu kaita bhavro nirma saranam satam vedyam vastava matravastu sivadam dapatva unmiranam vancha kalpatru sike prasindu paditanam bhavam. I know it is very hard to hear and digest, but still I have no other medicine to give. I cannot cheat you now.